Вопрос о том, какую профессию выбрать, перед Викторией Андреевой не стоял никогда. Быть государственным работником, осуществлять таможенный контроль. Такая цель была поставлена женщиной, и на протяжении жизни она четко следовала ей. Окончила Брестский государственный технический университет. И далее по карьерной лестнице плавно поднималась вверх. Сегодня Виктория трудится в отделе таможенных платежей. Считает свое дело очень интересным. В работе приходится быть и юристом, и экономистом, и даже психологом. А потому профессиональное совершенствование – прямая необходимость. В том, что касается стремления пополнить знания и умения, женщина – показательный пример для коллег. Моя профессиональная деятельность – это не первый конкурс. Я участвовала, но это был скорее заочный конкурс, скажем так. До этого работала в отделе таможенной инспекции. Был конкурс на определение лучшего сотрудника подразделения таможенной инспекции. Это было по итогам 2012-2013 года. Я благополучно заняла первые места. Накануне 25-летнего юбилея образования таможенной службы Республики Беларусь Государственный таможенный комитет проводил конкурс профессионального мастерства среди должностных лиц таможен страны. В престижном соревновании принимали участие и брестские сотрудники, среди них Виктория Андреева. Женщине предстояло пройти не один этап на пути к победе – тестирование, экзамены. А учитывая, что и конкуренция была высокой, можно представить, как непросто было стать первой в числе профессионалов Беларуси. Но Виктории Андреевой это удалось. У нас был отбор на нашем региональном уровне. Сначала в теоретической части мы сдавали тесты, потом в практической. Ну и по результатам, по общему баллу, у нас уже конкурсанты определились на финальный конкурс на Минск. Сложно, сложно. Хочу сказать, что на нашем конкурсе, на нашем отборочном этапе задания были гораздо сложнее, чем уже в финале в Минске. Заместитель начальника отдела таможенных платежей Брестской таможни продемонстрировала исключительные знания как в практической, так и в теоретической части конкурсной программы. За такой достойный результат Виктория Андреева была награждена дипломом и отличительным знаком. И это лишь один из этапов профессионального развития, убеждена Виктория Андреева. В будущем она будет стремиться к новым успехам, в том числе и на конкурсах такого уровня. Тем более, что отличной поддержкой для нее служат коллеги, большая семья Брестской таможни. Очень сплоченный, очень интересный, очень большой. Все полны взаимовыручки всегда. Коллегам перво-наперво хотелось бы пожелать крепкого здоровья, благополучия в семьях, терпения, неиссякаемой энергии. Ну и, конечно же, плодотворно трудиться на благо нашего государства. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.